Всем привет! Сегодня буду пристреливать Беретту. А точнее не пристреливать, а просто проверю ее бой, как она бьет заводскими патронами. Пристрелка — это когда под определенный вид охоты снаряжаются определенные патроны, и из них уже там подбираются наиболее оптимальные варианты. Делается это при температуре воздуха, максимально приближенной к той температуре, при которой будет производиться непосредственно охота. Я же сейчас буду стрелять обычными заводскими патронами, главпатрон 32 грамма. Поэкспериментирую с дульными сужениями. В общем, патронов набрал много. Не знаю, хватит ли времени или нет. Это такое довольно утомительное занятие. Стрелять буду с упора. Расстояние 35 метров. Мерил не шагами. Есть у меня рулетка 20-метровая. Ей и отмерял расстояние. Мишени 100-дольные, 16-дольные. Из обоев нарезал листов. В общем, более-менее подготовился. Начну, наверное, с пятерки. Она у меня самая ходовая дробь. Утку, куропатку я ей стреляю. Сужение в стволе цилиндр. Патрон будет главпатрон 32 грамма, пятерка контейнерная. Идем считать. Так, первое, что мне нужно определить, это совпадает ли центр осыпи с точкой прицеливания. Второе, это постоянство. Для этого я буду стрелять тремя патронами, вообще нужно 4-5 патронов. Ну, я думаю, после третьего выстрела на мишени что-либо разобрать уже будет невозможно. Поэтому в целях экономии патронов, мишеней, ну и самое главное, времени, буду по 3 патрона стрелять. Ну, если будет необходимость, то, конечно, отстреляю и 5. Третье, нужно смотреть кучность, равномерность осыпи, ну и резкость боя. Здесь выстрел, ну, вообще ни о чем. В общем, сейчас буду все считать, записывать и еще постреляю. Первые попадания отмечал красным маркером. Теперь буду синим, чтобы, ну, было видно различие. В общем, вот такая картина получается. Выстрел, ну, ни о чем. Из 198 дробин в патроне, которые находятся, в мишень попало всего первый раз 72, второй раз 74 дробины. Ну, даже не половина. Короче, результат вообще никакой. Нечего тут даже пытаться подсмотреть центр осыпи. В общем, этот патрон с этим сужением не сочетается. Надо переходить дальше. Не имеет смысла даже дальше стрелять. Сейчас меняю мишень, меняю сужение на 0,25 и стреляем дальше. Сужение 0,25, пятерка контейнерная. Все то же самое, 32 грамма. Ну, здесь уже картина получше. Уже 136 дробин попало в мишень. Но все равно еще не нравится мне осыпь. В общем, буду сейчас еще постреляю, посмотрим. Второй выстрел. 109 дробин попало в мишень. Крестиками поотмечал те места, которые пустые, куда дробь не попала. Равномерность осыпи должна быть, ну, не ниже 75%. Идеально, конечно, 100, ну хотя бы 80-90%. Ну, 75 на крайний случай. Здесь все легко считается, по долям 100 долей 100%. Вот посчитал, куда не попало. Первый выстрел 73%, 27 долей осталось, куда не попала дробь. Второй выстрел 32 доли осталось, куда не попала дробь. Ну, сейчас еще третий выстрел сделаю, посмотрим. Пока равномерность осыпи неудовлетворительная. Центр осыпи, ну, пока я не могу определить, как-то равномерно все раскидывает. Посмотрим, что будет дальше, постреляю, посмотрим. Третий выстрел. Тоже 109 дробин в мишени. Остались незадетыми доли 31, 69% равномерность осыпи. Ну, тоже равномерность никудышняя, нужно улучшать. Резкость боя я не буду тоже проверять. Уже когда устроит меня осыпь, кучность осыпи, равномерность осыпи, тогда уже буду проверять и резкость боя. Пока, ну, не вижу смысла в этом. Процесс этот долгий и утомительный, поэтому я все показывать не буду. Буду показывать только основные моменты. Ну, показывать и рассказывать. Так, ну вот новая мишень.
выстрелил, сужение 0,5, пятерка, контейнер, целился в круг, центр осыпи, ну вот он. Вообще допускается отклонение от центра осыпи. Здесь 150 миллиметров. Здесь вправо-влево по 75 миллиметров. Вниз 50 миллиметров. То есть 15 сантиметров вверх, 55 сантиметров вниз. Это допустимое отклонение от центра осыпи. Как тут посчитать, не знаю. Ну, на мой взгляд, ну, центр осыпи совпадает с точкой прицеливания. Сейчас второй раз выстрелю, будет более понятно. Ну вот, второй выстрел. Целился в центр, в круг. Это не пулевая стрельба, не знаю я, как посчитать. Вот это 7 сантиметров сюда, 7 сантиметров сюда. Ну вот этот результат меня уже более-менее удовлетворяет. Получается 74% попаданий первый выстрел, 75% попаданий второй выстрел. Кучность осыпи проверяется, ну, вырезается из скальки там или из целлофана, с прозрачного материала, в общем, профиль дичи, на которую охотится, ну, в данном случае утку, накладывается на мишень в разных местах и смотрит, и смотрим, сколько дробин попало в тушку. Должно попадать не менее 4 дробин, 4, там, 5 дробин. Если 7-10, это уже излишняя кучность. Тоже будет разбивать тушку. Ну, в общем, под разные виды охот нужно подбирать определенную кучность. Я не сделал эти профили накладывать, чтобы теперь посмотреть. Ну, не знаю, я думаю, здесь наглядно и так довольно понятно. В общем, пока так. Сейчас прикручу дощечку и проверю резкость боя. Семь миллиметров. Шесть миллиметров. Семь миллиметров. Время 16 часов. Начал в 11. Пострелял всего третье сужение. Это какой-то кошмар. Я думал, что будет долго. Ну что настолько, даже не представлял. Надо передохнуть немного. Хоть кофе попить. Ну пока что я вижу. Получок. Осыпь нормальная. Центр осыпи совпадает с точкой прицеливания. Осыпь. Ну, приемлемая, 75% нормально. Резкость неудовлетворительная. На 2 дробины всего заходит 6 миллиметров. Глубина 6-7 миллиметров дробина входит в дощечку. Неудовлетворительная, хотя бы на 3 надо. Резкость-то, я думаю, улучшится сужениями. Подчок поставлю, резкость будет лучше. Дробь будет глубже заходить. Но что станет с кучностью, с равномерностью осыпи? Не знаю, надо смотреть, надо стрелять. Вообще равномерность осыпи должна быть, ну вот как объяснить. Вот, например, синих вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. В одной доле 6, а в другой доле вот всего 1. Это плохо. При пристрелке добиваются, чтобы, ну, как можно более равномернее была осыпь. Чтобы там по 3, по 4 дробины в каждой доле было. Это вообще какой-то космос, это нужно заряжать патроны, это нужно, я не знаю, месяц, наверное, пристреливать, чтобы добиться вот этого всего. Ну, кто-то этим занимается, кто-то добивается этого. Сужение 0,75. Здесь уже идет сгущение к центру. Края мишени остаются незадетыми дробью. Хотя при подсчете результат выходит хороший. В мишень попала 161 дробина и при первом, и при втором выстреле.
Равномерность осыпи показывает 73% первый выстрел и 78% второй выстрел. Резкость боя немножко возросла, 10 мм. Похоже, это наилучший результат, хотя без подсчета, вот чисто визуально глядя на мишень, я бы так не сказал. Теперь сужение единица. Здесь явное сгущение к центру. В мишени 141 и 149 дробин. Равномерность осыпи 64-68%. Очень кучно ложится дробь. Попадать в лед с таким сужением будет тяжело. Резкость боя увеличилась еще на 1 мм по сравнению с 0,75 сужением. Бесконтейнерные патроны вообще мне не понравились. Вот сужение 0,25 и 0,5. Хотя равномерность осыпи показывает более 70%, она какая-то рваная, остается много долей, в которые дробь не попала. А вот резкость боя показывает такую же, что и с контейнером, что меня очень удивило. Я всегда считал, что бесконтейнерными стрелять на расстояние дальше 30 метров бесполезно, что они вообще никого не убивают. Попробую главпатрон 2.0, также 32 грамма. Очень мне интересно, как он себя покажет. Скоро уже стемнеет. Ужас, как это все долго делается. Повеселее мишенька пошла. Кровожадный я все-таки. Итак, что мы видим? Центральный круг. 20 дробин попало. Количество дробин, попавших во внешний круг. 23 дробины. И количество дробин, попавших в силуэт. 9 дробин. Ухо не считал, посчитал только то, что попало в тушку. 9 дробин. Ну ладно, это первый выстрел. Сейчас стреляю второй раз. Так, второй выстрел сделал. 18 дробин центральный круг, 26 дробин внешний круг и в тушку 6 дробин в тушку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ногу тоже не считал. Так, это мы 2.0 дробь. А вот я здесь написал сужение 0.75. Ну вот и третий выстрел. Уже с дощечки, чтобы резкость сразу проверить. Что получается? Количество дробин, попавших в центр круга, 19, центральный круг. Во внешний круг 25 дробин. И в тушку 6 дробин. В ногу тоже не считал. Ну, в общем, я доволен этим результатом. Да, резкость 15-17 миллиметров. Какая-то 15, какая-то 17 миллиметров. Сужение 0,5. Дробь 2.0. Центральный круг 17 дробин. Во внешний круг 31 дробина. В тушку 11 дробин. Первый стрелял 0.75 было сужение. И не стал я ставить единицу полный чок, а поставил наоборот получок 0.5. Потому что ну, достаточно кучно бьет. В тушку ну, нормально попадает. Там 7-8 дробин. Куда больше. Поэтому не стал я сгонять, попробую, что покажет получок. Хотелось бы добиться ну, равномерности осыпи получше. Ну, равномерность, ну, хорошая равномерность получается. В тушку вообще 11 дробин попало, но это единичный выстрел. Сейчас постреляю, еще два раза стрельну, посмотрю, буду выводить тогда какую-то статистику. Ну, это уже повеселее стрелять. Там столько нужно считать, это какой-то кошмар. Здесь уже повеселее, быстрее дело идет. Ну вот второй выстрел показывает стабильность боя. Вообще все доли поражены. Ну, конечно, где-то больше, где-то меньше, но вообще очень мне нравится. Внутренний круг 11 дробин. Первый раз первый выстрел был 17 дробин. Внешний круг 31 дробина. Что первый выстрел, что второй выстрел. И в тушку зайца первый выстрел 11 дробин, второй выстрел 7 дробин. Более чем достаточно для уверенного поражения. Ну вот так прошел мой день. Дома буду, конечно, смотреть, анализировать видео более тщательно уже. Ну а пока что могу сказать?
Отстрелял практически все, что хотел. Пятерку, два ноля и единицу. Это было у меня первое, такие, ну, ходовые мои патроны. Патронов-то вообще набрал, и двойка, и тройка есть. Это тогда нужно в межсезонье этим заниматься. А в межсезонье нельзя в угодьях находиться с ружьем. Пока для себя решил, сужение буду ставить 0,5, ну, максимум 0,75 для пятерки. Ну, и хотя для крупной дроби то же самое. 0,75 вообще хорошо себя показало. Не знаю, соберусь ли я еще когда-нибудь сделать такие отстрелы, отстрелять там двойку-тройку. Думаю, что никогда я уже этого не сделаю. Максимум, что бы еще хотелось сделать, это пострелять пулями. Ну, потому что я должен знать, как стреляет мое ружье пулями. Ну, на этом буду заканчивать. Сейчас сожгу мусор и поеду домой. Всем пока, до новых встреч!